На земле безжалостно маленькой всегда был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, но однажды в прекрасном утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размеру шинель. Но когда он упал некрасиво, неправильно, вывернув атакующим крики, вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.